не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И я бы сказала, что сегодня мы продолжаем нашу летнюю серию. Я вас уже предупредить успела о том, что все-таки летом хочется, как я выразилась, про жучков и паучков, да? Но о них безумно интересно, и сегодняшняя передача не исключение. Потому что в гостях у нас энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Ну что, осы против пчел, да? Вот. Знаете, вообще, вот вы шутите, а правда возникают между ними баталии. Серьезно? Серьезно. А я посмотрела на фигуры. На фигуры обеих особей. И меня, раз пошло об этом уже речь, меня что поразило? Вот как природа умудрилась у осы, не зря же говорят осиная талия, сделать это наислабейшее место. Там же вот осиная талия, пчелка она вся такая толстенькая, ладненькая. Но она да? просто пушистая, у нее талия такая же. Просто, такая же, просто тоненькая? Просто под пухом не видно. Конечно. А, то есть есть где перерубить, главное знать место. Ну, перерубить, это так можно и голову оторвать, если на то пошло. Я, знаете, про муравьев недавно общалась, и они могут перекусить вот эти маленькие сочленения собственного тела, когда начинают сражаться. А вот у пчел у них тоже такие же кусачки? Или у них челюсти? Вообще у пчел хорошие челюсти. У них хоботок, конечно, чтобы нектар высасывать и мед, там все дела. Угу. Вот. Друзья мои, я вам вот о чем хочу сказать, чтобы вы в курсе были. Осы, пчелы и шмели принадлежат к одному и тому же отряду. Перепончатокрылые насекомые. Да, да? Да. У них много сходств, но, естественно, существуют и различия. И вот сегодня мы как раз будем говорить, но, может быть, к шмелям доберемся чуть попозже. Но, знаете, с детства, я думаю, вы знаете, вот всегда люди, мальчишки особенно, любили сражаться. Хищник против чужого, кто Сталлоне против Шварценеггера, пчела против осы, кто победит. Кто умнее, сильнее, полезнее, опаснее? Вот так пройтись по этому хит-параду. Ну, есть, конечно, в нашей природе такое, как бы сказать, нездоровое любопытство. Что такое? Мне кажется, вы сами самые любопытные в отношении этих перепончатокрылых. Мне нравится, кто там больше запомнить может, кто больше приманку может найти. Кто умнее, давайте, кто умнее? Кто умнее? Кто из них умнее, пчела или оса? Это очень трудный вопрос. Кстати, я хочу вот отступить и сказать, что пчелы и осы, мы-то говорим вот о медоносной пчеле в основном, и осах, вот общественных осах бумажных, которые к нам в варенье лезут. Так. А вообще-то их тысячи видов. Есть те, которые не лезут в варенье. Есть, которые не лезут, и большинство из них одиночные, там каждая пчела свою норку роет, или в каком-то стебле растения живет. Есть пчелы-листорезы, которые кусочки листьев выгрызают. А я-то такие думала, они коллективные все насекомые. Нет. Ну вот именно бумажные осы, так называемые бумажные, потому что гнездо из бумаги, и медоносная пчела, они коллективные, причем очень высокоразвитые. У них очень сложная социальная организация. Но мы сейчас доберемся до их организации, а вот бумажная, а где они бумагу-то берут? У них челюсти сильные, они скоблят древесину, добавляют слюны. Ага. И строят вот такие шарообразные гнезда. А сейчас осы-полисты к нам с юга пробрались, они строят такой открытый сот, просто свисающий ячейками вниз. А там червячки, эти самые личинки. Как они пробираются вот из других регионов? Что это вдруг их сюда понесло? Ну, не вдруг, курорт все ж? Нет. А вот я не знаю, я так скептически слышу о потеплении климата. Это, знаете, сегодня грант на потепление, да, завтра грант на похолодание. Но действительно, вот ос полистов я видел под Краснодаром. Так. Такие более, еще более стройные осы, чем наши вот обычные. Куда уж стройнее-то. Да, а у этих еще тоньше талия. Ничего себе. Есть, кстати, оса Целифрон, у которой просто длинная-длинная талия, такая цилиндрическая, даже гротескная просто талия. Это как они называются? Это не астенического телосложения девушки-доходяги, которых худели-худели, а вот как это, сейчас я знал, но забыл, ну, вот неважно. Вот тоже слово забыл, из головы не в нужный момент вылетает. Ну, в общем, вы не хотите отвечать на вопрос, кто умнее, а кто сильнее? Кто умнее, на самом деле, я отвлекся умышленно, чтобы сказать, что это надо спросить, кто как. Вообще, на моей совести есть статья, кто умнее, пчела или оса. Давайте. Вот. А на самом деле, последнюю это строчку сразу. Вот, это вот как спросишь. Ну, вот мне, скажем, пчелы летали по искусственным цветочкам. Первый, второй, третий, четвертый. И там возвращаться не надо, потому что уже съел, и нет смысла. Тут и пчелы и осы сумели летать лучше, чем могло быть случайно.
Если бы это был шарик из детского бильярда с лунками, то, то он бы реже закатывался во все лунки по очереди, чем это делали пчелы и осы. А тогда я сделал неестественную задачу. Я сделал в первый и в третий сироп, а во второй и в четвертый была соль. И вот пчелы практически всегда летали 1, 2, 3, 1, 2, 3. То есть они закономерно ошибались. А осы летали 1, 3, 1, 3. То есть они сумели отказаться от красивой, приятной кормушки, и они запомнили, что в ней нет сиропа. То есть это было противоестественно для них. А... И, в общем, я расцениваю это как признак интеллекта. Поэтому люди все-таки с пчелами больше работают. Может быть, потому что они, у них интеллекта поменьше, их и приручить попроще. Это да, это чудаки-ученые вроде меня с осами работают. Ну, да. А с осами что толку с ними работать? Они же мед не собирают. А что они вообще делают в природе? Зачем? Живут. Ну нет, подождите, они мы с вами живем, приносим пользу, цари природы, понимаешь ли, а эти что? А эти, значит, смотрите-ка, они чем принципиально отличаются от пчел? У пчел многолетние семьи, и чем удивительная пчела, вот медоносная пчела, тем, что у нее зимой в улье тепло, у нее где-то в феврале уже плюс 36, и да они вот уже выводят расплод. И к тому времени, как сойдет снег и расцветут первые цветочки, уже молодые пчелы готовы будут собирать нектар и пыльцу. А осы на зиму все погибают. Остается, там же они общественные, у них там в семье только одна матка, которая откладывает яйца. А ее дочери, рабочие так называемые, ничего такого не откладывают, не спариваются, им даже испариваться-то нечем, в общем. Вот, они только обеспечивают вот это огромное число личинок. А папка где? Папка сделал свое дело и помер. То есть все помирают, значит, вот дети, муж, одна мать остается на да, зиму? Да, то есть на зиму остается только молодая самка. Там под конец сезона осы начинают выплаживать молодых, ну, естественно, неоплодотворенных самок. Угу. Они спариваются под осень, потом самцы погибают, а вот эти вот молодые самки находят какие-то убежища. Кто в речных коры, кто в подстилке леса где-то там. Ну, и самка-основательница тоже второй год не живет. Это вообще очень интересно. У насекомых ничего не бывает без исключения. Оказалось, что в других условиях оса может перезимовать, осиная семья. И там вот где-то в Австралии, на Тасмании, там многомиллионные семьи, в рост человека осиные гнезда образовались. Есть сообщение, что однажды осы перезимовали в Калифорнии где-то. Но вообще у них программа жизни и смерти, вообще-то говоря. Это тоже очень интересный вопрос. Но это как-то даже настораживает, да, что жизнь продлевается у них в силу каких-то действительно природных катаклизмов. Вот. Нет, ну просто там климат другой. Нет, ну они там всегда так долго живут? Да или... их там не было, их завезли из Европы. А, вот что. Ну я и говорю, значит, катаклизм в их творять. Жизни, переезд их ну, в общем, катаклизм, стрессует. Да, да. Я с вами согласен. Вы сказали, что в феврале в пчелином гнезде плюс 36 уже. Да. За счет чего? Что за обогреватель там стоит? У них мышцы. Они умеют так работать мышцами, что разогреваются. И поэтому пчелам уже очень много меда. Я вот люблю словечко, что пчелы топят медом фактически. Они его съедают, и мед это топливо для работы мышц. Так, ну понятно, что выделяется энергия, и они постоянно шевелятся, получается. Они умеют вибрировать мышцами так, что у них крылья даже и не дрожат. А вы это видели? То есть ну, надо же как-то зафиксировать пчелу, направить на нее микроскоп, или я даже не знаю, что. Честно говоря, я об этом просто читал. Но я абсолютно верю этим данным, это ну, известные вибрирует. Данные. Вибрирует. И, ну, слушайте, для меня вот вибрация, это, как, знаете, как некий вот танец живота. Видели, как танцуют вот, искусные танцовщицы? Вот, и для меня тоже, да. Да? Да, правда, я не видел. Владимир, у вас еще все впереди. Нет, ну вы меня поразили. То есть сколько они по времени могут вибрировать? Так это же надо постоянно? Вот на конкретные вопросы затрудняюсь ответить. Вообще постоянно вибрируют. Как только стало прохладно, так же поели метку и начали вибрировать. А как они меняют друг друга? Известно это? Скорее всего. Потому что снаружи-то они все равно замерзают, вибрирующие. Вообще говоря, они, конечно, меняются. Потому что, ну, пчелы, там они такой клуб на зиму образуют. Угу. Тепло-то в середине, а наружные пчелы, они как шуба фактически. И вот в книжках написано, что когда там уже пчеле сидеть снаружи не в моготу, она заползает внутрь. А ее меняют собрать. Ну, конечно, это не так, потому что оцепеневшая пчела никуда заползти не может. Друзья может мои, сидеть. А куда ползают пчелы и куда летают, разберемся в следующей части передачи данных. У нас в гостях энтомолог Владимир Карцев. Не отключайтесь.
продолжаем. Пчелы и осы. Тема нашего сегодняшнего заседания. Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев в студии. Мы выяснили, что уже... Чем отличается первое отличие пчелы и осы? Оса живет сезон и к зиме, к холодам погибает. Остается только матка, которая, причем молодая, вы меня проверяете, которая находится в убежище и зимует. Что касается пчел медоносных, пчелы, они обогревают свой улей, и уже к февралю у них там плюс 36, потому что они вибрируют. А меня, знаете, как интересно, вот мы сравниваем их друг с другом, а и отличия, и сравнения, и то, что совпадает. А вот если с человеком, есть что-то, в чем пчела либо оса выигрывает у нас с вами? Нет, мы просто другие. Я бы так даже и вопрос не ставил. Нет, знаете, сейчас интересно посмотреть фильм какой-нибудь там «Человек-паук», «Человек-муравей», «Женщина-оса». И вот эти качества, которые присущи этим насекомым, причем высокоразвитым, они культивируются на данном персонаже. Но вот, допустим, фасеточное зрение – это круче зрения, чем у нас? Да кто его знает? А нельзя? Ученые не добились того, чтобы посмотреть через глаза? Острота, нет, добились, даже сфотографировали. То есть зрение, конечно, не такое острое, но все-таки фасетка довольно большая. И там, чтобы... вас сейчас, вот если бы я на вас смотрела фасеточным зрением, вас бы было много у меня в глазу? Нет, я был бы из точечек составлен. Но это как сканер, в общем, с маленьким разрешением. Ага. Но ведь тут же ведь а есть... цвета какого вы были бы у меня? Такого бы и был. То есть, если я женщина-оса, то вы у меня такой только в точечку. Ну, я не знаю, чужая душа потемки. Мы никогда точно не узнаем, что видит пчела. Но она точно различает те же цвета, что и мы. Ну, и у нее в короткую область. Она там ультрафиолетовый различает. Угу. Для нее там цинковые белила. Какие там еще бывают? Свинцовые белила. Это две совершенно разные краски. Угу. Она прекрасно видит ультрафиолетовые узоры на цветах, которых мы не видим. Ну, то есть, у них, получается, цветок не просто беленький какой-то, а, например, с прожилочками. Ну, по-разному, да. Да. А вот я читала о том, что мы сидим за столом с вами, например, на веранде, и, мол, осы и пчелы никогда не приходят на пикник, так называемый, без приглашения. Что значит, что это за фраза такая высоколитературная? Приглашение – это что-то сладкое на столе только и всего? Ну, в общем, наверное, да. Кстати, пчелы мало лезут, хотя тоже лезут. А вот осы, конечно, они в полной мере. А почему так происходит? Пчелы не лезут, а осы лезут. Потому что у пчел есть своя еда, а у ос нету. Осы более изворотливые. Что вот, это значит? Вот вы спросили, кто мне, пчела или оса. Ну, добросовестно я на этот вопрос ответить не могу. Но осы, отдали предпочтение осам все-таки. Но я бы все-таки осам отдал. Да. Потому что осы, у них меньше у них предписано правилами врожденными. Вот пчела летит на цветок и летит. Ну, там, когда бескормится, ее там часы интересуют, нос интересует. Потому что им это, ну, это врожденный образ цветка. И все-таки пчелы очень на цветы заточены. А осам надо и очень быстро за один сезон нарастить большую численность. Надо, чтобы и была и сладкая пища, и белковая пища. Осы же охотятся. А, кстати, кто у них белковую пищу восполняет? А вот рабочие, да. Не-не-не-не-не, я имею в виду, кого они едят? Едят? Мясо у них кто? Все. Все, кого они могут поймать, ну, не очень вонючего. Очень любят мух. Гусениц. Кстати сказать, в этом даже польза ос, потому что они вредно гусениц истребляют. Ой, как я однажды за осой наблюдал, которая повадилась лазить в теплицу. Так. Такая застекленная теплица, и обычно же насекомые стекла не видят. Так же, как и мы не видим, скажем, двери в каких-то супермаркетах. Да, для этого клеят кружочки для тех, кто не в курсе. Я и с кружочком хитрился в воздухе. Так, и чего случилось вот. С осой, за которой вы наблюдали? Но оса оказалась умнее, она не била стекло, и она научилась лазить в щель между рамой и стеклом. А она ее запомнила? Она ее запомнила. Вот это вот более номер. Того, я однажды как-то осенью пытался с осами опыта ставить. Такой дом у меня старый был. И я ос подкармливал дома. Так эти пронырливые создания ухитрились запомнить какие-то щели, и потом они уже являлись ко мне домой без всякого приглашения. То есть, мол, хозяин. То есть они нашли сквозные какие-то дырки в деревенском. А чем вы их подкармливали? Сиропом. Просто они сироп. Очень любят. А если им сыр положить? Сыр, наверное, нет. Не будет. Если но рыбку, белок? Если рыбку положить, будут грызть. Да вы что? Да. Вот вы не видели, когда там соленую рыбу сушат, если осы ее распробовали, то там прямо там от мелких рыбок один скелет остается. Нет, вы знаете, не видела. Но вот если пойти дальше, вот эти ужасы и кошмар, которые нам любят кинематографисты подсовывать, вот попадает человек, я не знаю, в рой, и
Кстати, почему они роем-то летают? Нет, подождите, это разные вещи. Значит, пчелы... Где разные? Да, вот объясните. Сейчас, это рой, вообще-то говоря, в узком смысле этого слова, это момент размножения пчел. У пчелы вот одиночной стадии развития нет совсем. Но это, конечно, эволюционно более продвинутый признак. То есть осы... Они группой все это делают? То есть пчелы как размножаются? Когда пришло время, старая матка, которая по 2000 яиц в день откладывала, знаете, какое у нее брюхо? Даже вот, не боюсь себе представить. Она худеет, у нее еще крылья нормальные. И она с группой пчел, обычно там значительная часть семьи улетает. Улетает таким клубом, потом пчелы-квартирьеры ищут, где бы поселиться. Я помню случай, когда пчелы поселились... А что вы их не риэлторами-то называете? Ну, мне кажется, это как-то понятнее. Квартирьеры, эти... ишь ты какой! Пчелы, ну, они бесплатно находятся. А, да-да, логично. Был случай, когда пчелиный рой, откуда он на Смоленской взялся, поселился в капителе жилого особняка посла. Это еще в советские годы. Какого посла? Американского. Ну, неудивительно, я так и думала. Так. Это не случайно. Почему, чтобы передача. Так, хорошо. Вот. Значит, вот рой улетает. Причем он летит как единое целое. Вот это, конечно, удивительно, но это факт. Но, а вы говорите, это процесс размножения. То есть в этом рое, пока он летит, и происходит спаривание? Не-не-не, нет. Это старая матка, уже оплодотворённая улетает. А, ее провожают. А молодая вот остается брошенной. И молодая-то еще не выходит, пока старая не улетела. Понятно. Она вот сидит и не улетает. Это вот так они распространяются, да, потому что, кстати сказать, в Южной Америке была такая проблема, когда африканизированные пчелы улетели, эти жуткие кусачьи пчелы-убийцы. Вот эти раи улетели, и потом их попробуй поймай. У нас-то ограничивается, что у нас нет дуплистых деревьев. Поселиться негде, приходится в колоннах селиться. Ну, хорошо, и все-таки вот вернусь, на человека нападают, кто больше, пчелы или осы? Пчелы. У них и семьи больше, и у них мобилизация. Ну, правда сказать, если большое гнездо потревожить, осиное, тоже мало-то не покажется. Они нападают сразу группой? Я-то привыкла, что одна особь кусает. Вот если вы полезли в пчелиный улей... То это чаще... домик вот этот прямоугольный? Ну да, да, или дупло там, ну вообще, естественно, дупло, конечно, для так. пчел. То тут, конечно, любая нормальная пчела, она, в общем, начнет нападать. И она причем как сначала... сородичей зовет? Вот, так. Сначала ужалит одна, вторая, третья, ну там есть специальные пчелы-сторожа, которые на это заточены. Угу. И вот в момент ужаления там специальный феромон выделяется, запах. И он мобилизует других, значит, другие тоже жалят, и число жалящих нарастает в геометрической прогрессии. Вот, Владимир, они же долго после этого не живут, они же часть тела оставляют, да, они оставляют в теле жалы. Противника. Да. А вот на это они не обращают внимания, просто природа так распределилась, защитить ценой жизни? Вот они уже не думают. Кстати, вот чем больше семья, тем легче она жертвует жизнью каких-то особей. Угу. Это неудивительно. Меньше народу, больше кислороду. Поживи в такой большой семье. Это шутка. Тем не менее, если они нападают на человека в большом количестве, то есть на того, кто с дуру полез в это гнездо, то у человека какова вероятность погибнуть? Довольно большая. Вот потому серьезно, что у значительного да? процента людей аллергия на пчелиный яд. А из-за чего так? Почему? Мы же всю жизнь с ними соседствуем. И с этим ядом, ну, и в косметику его добавляют, и мед мы едим. Нет, одно дело добавлять в косметику, а другое дело в кровь. Там активные белки, многокомпонентный яд. И это, конечно, сильный аллерген, что и говорить. А пчелы научились доить? Конечно. То есть, и одно время, в 90-е годы, в эти смутные времена, когда мед там не продать, никто ничего не покупал, и некоторые пчеловоды пошли на производство яда. Просто берут сеточку, такую металлическую, по которой пчелы ползают, и бьют током. Слабый удар, не опасный. Но пчела рефлекторно выделяет яд, а потом очищают, сдают. Ну, детали это я производства не знаю. Но это для фармацевтики. Ну, и для медицины тоже. Да, я это поняла. Ну, хорошо. То есть, а сколько укусов пчелы достаточно, чтобы у человека случился... Это чисто индивидуально. То есть, я знаю случай, когда одного укуса хватает. Но укуса – суть ужаления. Да, вы знаете, я просто помню очень хорошо последний укус. Меня два раза в жизни кусала то ли пчела, то ли оса. И вот мне интересно, можно ли различить по ощущениям, кто тебя укусил? По ощущениям трудно, но вообще, в принципе, яды одинаковые, но детали разные. И на ос, вот скажем, я от ос не распухаю, а от пчелы я тоже раньше не распухал, но я все-таки с улями возился,
Хотя как пчеловоды, которые вообще не обращают внимания на пчелиные укусы, конечно, у меня такого не было. Но потом как-то неудачно куда-то в шею пчела ужалила, под сетку пыталась залезть. Я весь распух вообще. Ой. Вот, и с тех пор стал вообще распухать. Видимо, знаете, на какой-то сосуд попало. Да, это скорее всего. Я просто помню свое ощущение. Я эту то ли пчелу, то ли осу придавила спиной. Я сидела на подоконнике. Да, это очень часто с осами. Они же лезут везде. Да, но самое большое впечатление, которое осталось, это то, что меня... А вот что я ощутила? А это очень яркое впечатление в следующей части передачи данных. Не отключайтесь. Я остановилась на том, что за ощущение я испытала, когда придавила то ли пчелу, то ли осу спиной. Она оказалась между стеклом оконным и мной. Меня ударило током. Вот именно это впечатление осталось со мной на всю жизнь. Прошло уже больше 20 лет, но я это очень хорошо помню. Как будто током пронзило. А часто ли вас било током? Да, в детстве я очень любила лезть. Я вот какой-то ребенок с электричеством связан. Поэтому я очень хорошо помню. Меня и во взрослом возрасте очень сильно било. Это я знаю просто хорошо. Вот как-то срослось. Но... У всех оно по-разному? Или же вот вы скажете, нет, это оса или пчела? Нет, по ощущениям, конечно, так не скажешь. Не скажешь, да? Нет. Ну, может быть, кто-то и может. Может быть, надо экспериментировать, тренироваться. Там 30 уже оленей пчел, 30 ос. И потом, может быть, на 31 раз человек уже скажет, о, это оса. Хорошо. Такие дегустаторы укусов. Эксперименты. Кстати, про дегустаторов и про то, кто разбирается. Мы недавно, знаете, с кем общались? В одной из областей российских есть пчеловод, который устроил так называемый спа-салон у себя на ферме. И я все никак не могла понять, в чем там прикол. А оказалось, что вы уже сказали о том, что пчелы вибрируют, и что между вами и пчелой какой-то, ну, я даже не знаю, может быть, фанерный лист или, я не знаю, бумажный, что-то предохраняющее от укусов. И вот эта вибрация, которую получает обнаженное тело человека, но что-то его предохраняет от укусов, это что-то целебное. Вы что-нибудь об этом слышали? Что вибрация это вот... Вы знаете, нет, я не слышал. Хочется сказать, что это вроде как не доказано. Но это правда не доказано. Но если это не доказано, не значит, что этого нет. Ну а зачем тогда люди едят пчел мертвых, сушат их? Зачем люди себя дают себя укусить специально? Ведь есть же как бы лечебная такая история. Значит, апитерапия есть, конечно. Как она называется еще раз? Апитерапия. Ну, апис – это пчела. Ага. Ну, там журнал «Апимондия» есть. Хорошо, я запишу и выпишу. Подписка недорого дадим. Так, хорошо. И зачем это все? Нет, ну яд он точно... Вообще ведь сильно действующие вещества, они в каком-то смысле яда, а в каком-то смысле могут быть и лекарством. И от разведения зависит, и от места, куда попало. Я знаю, что пчелами совершенно точно лечат суставы, воспаленный ревматизм. Именно на сустав сажают? При мне, скажем, приходила приятная почти дама, которая себе на коленку сажала пчел. Угу. Вот, и говорит, что ей лучше. Но вообще, если честно, то эффект ведь, я не знаю, доказан ли он. А вы видели вот это, то, что называют подмором? Видел. Вы знаете, давайте вот объясним слушателям, что это такое. Подмор – это валяющиеся обычно на дне улья пчелы, уже мёртвые, подсохшие, да. Потухшие. В общем. Их собирают и даже хранят, и говорят, что он какие-то заваривают их или прям вот, хрустят? Нет, по-моему, там какие-то настои делают. Ну, точно, заваривают. Я просто однажды напоролась на такую залежь. У бабули уборку делала. Угу. Я думала, меня удар хватит, серьезно вам говорю. Я насекомых боюсь. Вот пауков люблю. А насекомых прям вот... Стрекоза – это самый страшный враг мой. Ну, вы подумайте. Ну, сердцу не прикажешь. Да, не прикажешь, это правда. Ну, хотя бы пауков любить, я пауков обожаю. Тоже люблю. Они какие-то чудесные. Что же мы о пауках сегодня не начали говорить? Но это значит, надо собраться и поговорить о них, правда? Вот, и все-таки это, получается, не доказано. Подведем такую черту. Вот все-таки не доказано. И что-то с этим подмором... Я просто не готов к этому вопросу, надо было почитать что-нибудь. Все-таки не доказано. Ну, как это вы жука чернотел? Знахари глотали. О-о-о. Но ведь нет, живьем еще глотали. Слушайте, господи. Я прочитала, я же готовилась, что в случае пчел они подают друг другу сигнал. И сигнал представляет собой короткий 150 миллисекунды жужжащий звук с частотой приблизительно 350 гигагерц. Я даже не знаю, что это. Ой, гигагерц, это... что-то я сомневаюсь. А они не то, что... Герц, по-моему. Нет, герц-то герц, но мегагерц что-то... Ну, может быть, просто герц. То там нормально это, в общем, в принципе, ну, может быть, более высокий звук, но очень много у них сигналов акустических, которых мы и ухом слышим. А это вообще что за сигнал? Это какой-то... Или бз?
Ну, вот это тут дело вкуса. Но так они просто и летают. Они же просто все время жужжат, разве жужжат? Нет? Жужжат. И, кстати сказать, у нападающей пчелы звук полета намного выше, как, вот, как у пикирующего бомбардировщика с воем. А, то есть не а вот да, такое. Да, да, потому извините, что она уважаемые слушатели, мои изображения. Да микрофон не пропустит все равно. Да, 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 да. Нет, как раз наш-то пропустит. На комсомолке именно такие микрофоны. Так знаете, что меня поразило? Что... Пчела-разведчица, когда хочет подать сигнал своей подруге, да, там, или своей коллеге по аулю, она ударяет головой танцующую коллегу и таким образом агитирует других пчел за найденное ее место. Вот эти квартильеры, да, как вы сказали. Мне напомнило, это, знаете, как два пьяных мужика дерутся. Один другого боднул головой, а другой, чтобы у меня заточка есть. Вот таких движений. Как они бодают друг друга? Вы это видели? Ой, тайна сия велика есть, конечно. Тут, на самом деле, вы упомянули только часть того, что у пчел бывает. А что бывает? Ну, во-первых, вот эти вот известные танцы, за которые в значительной мере Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию, ну, давно еще. Вот. Так. Значит, во-первых, пчела, которая нашла приманку, специальными движениями сообщает, где находится корм, куда лететь. Указывает, если это близко, она просто бегает и кричит, давайте, там, жрать дают, жрать дают. Подожди, а кричит она вот этими герцами? Нет. Или как? Ну, этим может быть тоже, но главное нет. Главное, что она бегает, всех толкает там головой, чем придется. А у нее какие-то определенные движения на какой-то характерный танец? Ну, вот при круговом танце они не совсем определенные, но они менее упорядоченные. А-а-а. И она еще раздает капельки корма, и корм должен быть пахучим, для них очень важен запах. Понятно. И пчелы просто летят, прочесывают местность. Это примерно в радиусе 100 метров. Хотя, если посчитать в масштабах пчел... А вот если далеко источник корма, то тогда пчела бежит определенным образом, виляет там брюшком, бежит под углом к вертикали, а этот угол к вертикали транспонируется... Ну, транспонируется, какое слово? Ну, соотносится с углом на солнце. Угу. Вот она показала, на сколько градусов под углом к солнцу нужно лететь, да еще в какую сторону. Прям Архимеды какие-то, слушайте, да. Ньютона. А это одно из, конечно, величайших явлений природы. А и у долго... осы так же, раз она умнее? Еще хлеще? Нет. А это не признак ума, вот эти танцы. А, это то, признак, что природы заложены. Это признак ума эволюции, да. Хорошо, а как у осы? Они как общаются, как дерутся, как сражаются друг с другом? Вот на самом деле, почему осы друг с другом дерутся, как они на кормушке дерутся, это ужас. Ой, расскажите, я обожаю эти драки. А как это рассказать? Это надо показать. Нет, ну подождите, просто... вот я представляю себе две осы, очень легко и спокойно. Они как встают на задние лапы и давай передними мочить друг друга. Нет, они... Что, кусают крыльями как-то. Именно не жалом, а челюстями. То есть вот сидят две осы рядом, и вдруг одна на другую бросается. И начинает ее грызть, хватает лапами. Кстати сказать, осы ведь они же на пчел охотятся тоже. Вот наши маленькие нет, а шершни за милую душу. А шершень – это оса? Оса, да. Та же оса, но сейчас эти вот зануды ученые отдельный род сделали. Раньше все они были веспа, а теперь эти маленькие один род, ну, шершень как-то остался веспой. Только... Ну, путает, конечно, да, господи. А зачем они на пчел охотятся? Поесть. А, белок. Конечно. Мясо. Более того, вот помните, в начале передачи мы начали с того, что пчелы и осы враждуют. Угу. Так вот, шершни, если большое гнездо, а там тысячи ячеек бывают у шершней, они могут, в общем-то, ущерб пчеловодству наносить. И пчела против шершни ничего не может сделать. Почему это? Их же много. Вот. А вот за счет того, что их много, они нашли, это японские работы, я просто был поражен, когда узнал впервые. Расскажите. Значит, если шершень не просто на цветах ловит пчел, а прямо залезает в гнездо, чтобы еще не тратиться на поиски на цветах пчел, в общем, как бы он может схватить любую пчелу и унести, угу. Но пчелы бросаются на него таким клубом и не выпускают. И он тут ничего не может сделать, и внутри вот этого клуба они умеют поднимать температуру. Вибрации, как и в феврале. Да. Ну, там сама вибрация может быть и незаметна, но, в принципе, вот работы крыловых мышц. Ну, или как там они это умеют, в общем, делать. И шершень просто зажаривается. Пчелы способны выдержать температуру выше, чем шершень. И шершень в этом клубе пчел гибнет. А какая температура, при которой пчела может существовать, самая высокая? В деталях не скажу, но это за 40 градусов, ну, или около 40. Неплохо, неплохо. Там где-то вот градус-2 уже критичен, жив или нет. Вообще, как у людей, тоже 42 для нас же это. Ну да, для нас уже все и сварился. Там, да, уже белки начинают сворачиваться, неаккуратно как-то. А так все-таки, значит, мы выяснили, как общаются и ссорятся осы, а вот теперь, как они ухаживают друг за другом, ну, да. Раз какие-то знаки мы изучаем.
как ухаживают пчелы, как ухаживают осы? Или у них это автоматом спаривание? Вот не совсем, на самом деле. С пчелами, конечно, тоже это Карл фон Фриш многое узнал. Вот, а пчелиная матка, когда, ну, она там, значит, остается семья с неплодной маткой. Так, неплодная, она, это неоплодотворённая, да, которая яйца не откладывает. Так. Если там все запущено, и пчёлы матки смогла спариться, она начинает откладывать неоплодотворенные яйца, и там из этих яиц, вот не как у людей, у них из неоплодотворенных яиц у них тоже выводятся, но только трутни. Потому что трутни у пчел гаплоидны. Ну, и у пчел, и у самцы гаплоидны. То есть у них половинный набор. И? Вот. И вот, значит, ну, это я отвлекаюсь. И вот в норме матка, оставшаяся одна, без той, которая улетела с роем, которая бы ее тут же убила. Которая переехала. Да, потому что они, две матки друг друга не терпят. Так. Кстати, это узкое место пчеловодства, очень неудобно. Погибла матка, и вся семья погибает. Вот было бы 2-3, а вот нет. Да, вот у муравьев-то бывает по много маток. Бывает, вот, там понимаете? Сотни бывают. То есть, получается, муравьи умнее. Еще. Это не предмет ума. Хорошо, все. Лучше так... лучше я все время, да, то на пауков, то на муравьев соскакиваю. Нет, так, но, и все-таки... но Господь Бог умнее. И матка улетает в далекий брачный полет. Ага. Трутни, они же вот в период размножения вылетают и ищут, принюхиваются, там феромоны у них очень важны. Трутни – это мужья. Мужья, да, мужики. Как некрасиво назвала их природа, точнее, как мы некрасиво позаимствовали это слово, да, ведь трутень – это ленивый, ничего не делающий человек. Ну, понятно, откуда это взялось, потому что трутни не собирают ничего, и вот у них единственная цель – это спариться. А трутни... потом они хотя бы умирают? Вот это сложный вопрос. Ну, они вот так и так умирают. Хотя могут и зиму пережить, могут дожить ты до осени. Смотри, особенно если какие. Там рабочие пчелы считают, ну, в кавычках считают, что у них плохая матка. Ну, матка начинает не так пахнуть, мало яиц кладет, а рабочие пчелы на это реагируют. Считают, что вот тогда трутни оставляют на зиму. А так вообще-то их рабочие пчелы даже подвыгоняют. Ну, на мороз, а на морозе они гибнут. Вот. Трутни. Да. Хорошо. И, в общем, а как матка выбирает, с каким трутнем вот, семью организовать? Вот это не знаю. Ну, короче говоря, у них есть специальное место, куда она там за 10 километров, скажем, улетает. И что это очень за важно. Место? Вот, место, они там какие-то для них есть, ну, знаки рельефа, которые их привлекают на врожденном уровне. Вот эти самки, вот всем самкам и всем трутням нравится вот это место. Так, тоже... друзья мои, подождите, Владимир, что за рельеф, горы, овраги, либо озера, узнаем. Дождитесь лишь следующей части. Это передача данных. Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев рассказывает сегодня о пчелах и об осах, сходство и различия этих высокоразвитых насекомых. И остановились мы как раз на брачном периоде. Вот Владимир рассказывает о том, что пчела улетает куда-то далеко, за 10 километров от своего дома. Я спрашиваю, куда? Юга, свадебное путешествие. Оказывается, некая рельеф, характер рельефа привлекает их. А что это за характер рельефа? Ну, правда. Вообще-то это известно, я боюсь ошибиться сейчас. По-моему, это небольшое понижение. А, потому вот, что мне пчелы, хотя бы что-то дать, зацепочку. Потому что пчелы, ну, это надо у Фриша почитать, это в его классической книжке «Из жизни пчел» это есть. Вот, из года в год и труд и самцы слетаются примерно в одну область. И вот дело в том, что матка выделяет феромон, который привлекает трутней. Выбирает ли самка лично именно данного самца и отвергает ли других? Это я не знаю. Я не знаю, вообще это известно. А вот эти феромоны, как вы думаете, может их человек использовать? Мы же научились пчел доить. Значит, и феромоны можем у них выдоить и использовать. На человека они подействуют? Ведь ну, известно, чтобы... что на мужчину действуют феромоны. Но все-таки не пчелины. Вряд ли. Да кто же его знает-то? А представляете, если сработает? Ух, что начнется. Давайте попробуем, а что? Да где же у нас тут и пчелы, и осы? Хорошо. Я договорюсь, принесу в студию пчел. Вы уже второй раз мне предлагаете такие вещи. Владимир, скажите, а ос как с семьей? Вот. А у ос тоже все как у людей. В общем, под конец сезона вылетают полноценные самцы, вылетают... Так. Кстати, самцы жалить не могут принципиально. У них же вместо жала половой аппарат, которым не ужалишь. Есть, да? Есть. Ну да, он. Конечно. А жало – это же видоизменённый яйцеклад. Ага. Так что у самцов его, в принципе, нет и быть не может. Понятно. Вот. Вылетают полноценные самцы и самки.
и встречаются в определенных точках. У ос часто бывает, что самцы выделяют феромон, там трутся брюшком о какие-то участки, куда самки прилетают. Угу. Но должен признаться, что я спаривание у ос ни разу не видел. А у пчел видели? Да нет, конечно. А почему это нельзя посмотреть? Это же так интересно. Можно-то можно, только не просто. Это же надо подкараулить как-то. Вот. Мне интересно, вот, понимаете, еще как вы, ученые, умудряетесь их изучать? А ну, с пчелами там, конечно, была скоростная видеосъемка, еще теми старыми пленочными методами. И наверняка сейчас стало только лучше все. Вот. Главное, а ос... чтобы озвучку на фильм не наложили. Так, извините, соскочила. А ос, вы остановились? А ос, это же надо как в природе найти. Ну, конечно, это изучено. У нас вот шмели испаривались прекрасно. Мы работали со шмелями. А с шмелями хитрость в том, что они сироп не едят в природе. А что они едят? Нектар? Да, они едят нектар. И когда есть нектар, они сироп есть не будут сахарный. Вот это почему-то так, такой, ну, такая позорная подробность из их биографии. Да ладно, почему позорно? Может, они наоборот эстеты? Нет, ну нам-то надо, чтобы сироп ели. Что а он... вот вы говорите про шмелей. Их, получается, проще за ними наблюдать, потому что они крупнее, мохнатее, неповоротливее. Из-за чего? Да нет, не проще, все тоже. Но у шмелей обычно семьи маленькие. У нас семья жила в лаборатории. Так. И уж там они под страхом голода прекрасно летали на наши искусственные цветочки. А почему нужно? Нужен сахарный сироп, потому что он не пахнет. Нам надо, чтобы зрительно насекомое искало кормушку. Ради эксперимента. Ну да, да. И вот там под конец сезона вывели самцы и самки. И они прекрасно спаривались. Летают, летают, смотришь, уже пару образовали. Там ухаживание что-то. И почему-то была одна лампа, вот одна из там шести в большом практиуме, на которой они что-то больше всего любили спариваться. Потому так большинство... я стесняюсь спросить, а спаривание происходит прямо в полете или им надо приземлиться, приломпиться, пристолиться? У пчел точно в полете, а у шмелей как-то я не тяжеловато, это, мне кажется, момент образования пары не увидел. Нет, ну осам-то удается. Хорошо, но у них традиционный какой-то способ, или это наружное, как у пауков, облаготворение? Нет, пауки в этом плане уникальны. Это я знаю, это... Да, не соскакиваем на пауков, держимся. Нет, а у пчел, у ос, у них все как у людей. Нормальное внутреннее оплодотворение. Понятно. Хорошо, а скрещивать пчел и ос пробовали? Нет, это, я думаю, что совершенно невозможно. И вряд ли пробовали, потому что это очень далекие роды. Вот, но они генетически очень далеки. И главное, у насекомых уже так половой аппарат устроен, что в особь другого вида просто и не поместится этот половой орган самца. А там же хитиновые структуры. И раньше ты говоришь, что там как ключ к замку подходит гениталия. Но теперь это, говорит, не совсем верно, и межвидовые гибриды бывают, но все-таки не между пчелами и осами. А шмели тут тоже никак нельзя? Нет. Нельзя. Шмели – это тоже пчелы, определенный род. Хорошо. От чего они умирают, если не сезон? Вот вы сказали, осы погибают, они сами по себе умирают к зиме. Вот пчелы от кого, от чего, болеют ли, умеют ли плавать, может, тонут от дождя? Кстати сказать, очень хорошо под дождем летают и пчелы, и осы. Да вы что? Как только... Вот у меня был случай, когда я работал с осами, сидя под навесом, и шел довольно сильный холодный дождь. Оса регулярно прилетала, в этом плане осы крепче пчел. Регулярно прилетала, и некоторые осы, ко мне несколько летало тогда, садились мне на руку отдыхать. Так они теплые были. Мне так приятно было, потому что я сам замерз. Вы не боитесь? Нет, но она же садится не с целью. У меня прямо паника, как только она вообще влетает в автомобиль, особенно в закрытое пространство. А еще говоря, знаете, от осы можно отмахнуться рукой, от пчелы не надо отмахиваться. Да, это я всегда так и говорю. А что там, в чем прикол? Если отмахиваться от пчелы, у нее включается программа нападения. Самая мирная, летающая по цветам пчела может впасть в агрессивную стадию. А если, кстати, если пчела напала, то надо как-то голову желательно опустить куда-нибудь между колен и потихоньку удалиться. Потому что оса инстинктивно метит в голову и в глаза. Очень... Или пчела. Сейчас кто я сказал. Кто пчела, метит? Я сказал оса, ой, прости, я оговорился. Да, да. Нет, это не пчела в коем случае. Пчела метит в голову пчела, и в глаза. Да. Поэтому пчеловоды защищают только сеткой, голову только. А волосы, почему для них волосы распущенные являются тоже как приглашение? Не только распущенные, любые, и борода тоже, кстати, а сказать. Что с волосами? Я думаю, что это какой-то у них врожденный образ медведя. Вы что, смеетесь, что ли? То есть они терпеть не могут темные пушистые предметы. Для них это образ врага. То есть, по-вашему, эволюция так поработала, что у них остался какой-то образ в гене? Да, скорее. Ну, а образ цветка у них же явно есть.
Их привлекают контрастные расчлененные предметы. Образ цветка еще укладывается в моей голове, а вот образ хищника, который максимально вреден для них, да, который, что он делает, разоряет их жилище, да, это просто поразительная история. Я о чем еще хотела спросить? То есть плавают, получается, по поводу плавания. Если они падают в воду, то нет, что если происходит? Плавают, то они гибнут, конечно. Почему? Потому что они намокают? Да, потому что там сила поверхностного натяжения, а они смачиваемые. И все, вот как крылья прилипли к этой поверхностной пленке, так все. Но когда ведь они рождаются, они же тоже влажные, вылупляются из-за своей личинки. Им же надо обсохнуть в этот момент. Чего ж такого? Обсохни, ну, сядь и посушись. Нет, ну и, конечно, если пчела вылезет на берег или оса. А, кстати, сказать, они же пьют воду. И тоже очень выбирают места осмотрительно, чтобы не смыло волной. Там у каждой пчелы водоноса свой любимый камень. Ну, может быть, не у каждой. А, то есть это есть такая профессия у пчелы, которая приносит воду. Конечно. В чем она ее приносит? В зобике. В зобике. То есть, да, куда нектар, туда и воду. И поет всех. Да. Тут же ведь я сказал, что пчелы поддерживают высокую температуру. Да. Но они же и понижают температуру в улье очень ловко. А зачем они... это? Когда жарко? Ну как, ну если там улей, скажем, стоит на солнце, представляете, вот палатку поставить на солнце и залезть нет, туда. Нет, это я понимаю. А что они делают? Я поняла, что они делают для повышения температуры, а для понижения. Вот они приносят воду, разбрызгивают и вентилируют крыльями потоки, создают потоки воздуха. Господи, они вообще что-то не устают. Причём они, при том, что они сидят, в общем, не как попало, а они сидят рядами. И вот медоносная пчела вентилирует, задувая воздух внутрь. Но вы говорили, китайская что... восковая, очень близкая, они наружу, наоборот, воздух. На вас сели две осы, они были теплые. Да. То есть осы тоже умеют регулировать температуру? Ну а как же, все летающие, а бабочки? Вот температура, скажем, летящего бражника, такие красивые бабочки. Я знаю, да. Вот, 39 градусов примерно. Хорошо. А вот меня что поражает, что они ползают друг по другу, не разбирая, по глазам, по всему тому, о чем даже подумать. Да, меня это тоже волнует. Я всегда вот эту рамку держу, они там сидят клубом. Да. Думаю, как же они живут? Вам же дискомфортно, ребята, вообще. Ну вот как-то у них нет индивидуальной дистанции, как-то зашла речь. Но получается, глаз, он же защищен у них. Глаз-то у них твердый, конечно. Да. Это не нам копытом по глазу. Я хотела еще поинтересоваться, зачем им эта шубка, особенно шмелям, пушистая шубка. Оса она лысенькая? Оса лысенькая, да. А пчелка мохнатенькая? Мохнатенькая. А самый мохнатенький шмель? Самый мохнатенький шмель. Тут есть прямая связь между поддержанием температуры и шубой. То есть шмелям-то понятно зачем. Шмели уникальны в том, что они до полярного круга доходят. Они самые северные вообще из летающих насекомых. Но они симпатичные. Симпатичные. Да, вам тоже нравятся? Они очень малоагрессивны. Да, они пупусики такие, мохнатый комочек. Кстати, летает. Шмеля можно взять, пленить так вот. Я не могу показать, к сожалению. Но пусть слушатели представят, просто такими сложными ковшиком, ладонями шмелить, пленить шмеля на цветке. И он будет гудеть, выдираться, но он не ужалит. А почему вот он не ужалит? Вот что ему? Жизнь надоела? Ну, ведь это Господу Богу вопрос. Вообще-то говоря, шмели ужалит, но видите, как у шмелей обычно слабые семьи. Ну, там их немного. Ну, хорошо, если сотни шмелей в наших широтах. Люди, берегите шмелей. А время передачи данных вышло. Поэтому я от всей души благодарю Владимира Карцева, энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук, был сегодня в передаче данных. Спасибо вам большое. Очень приятно. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.